Здравствуйте, сейчас у нас очередной обзор товара с AliExpress. На этот раз это вот таких вот два интересных товара от компании Xiaomi. Суббренд Akku и суббренд Duka. Первый товар — это лазерный уровень. Это новинка конца 2019 года, начало 2020. А второй товар — это лазерный дальномер. Посмотрим на товары. Так, первый товар — лазерный дальномер. Модель называется LS1 Duka. При заказе товара я немножко ошибся, так как хотел заказать модель LS-P. Она всего лишь на 100 рублей была дороже, но она имеет больше возможностей. Данная же модель LS1 умеет только измерять расстояние. А LS-P может мерить площадь, режим реального времени, расстояние и так далее, угол наклона. Так что рекомендую заказывать LS-P модель. Смотрим, что внутри. Так, внутри в комплекте шнур идет микро-USB. Длиной около 30 сантиметров. Ремешок в комплекте такой вот приятный. Инструкция на китайском. Основные характеристики. Диапазон рабочих температур от 0 до 40 градусов. Диапазон хранения от минус 20 до 60. Емкость аккумулятора 180 мАч. Диапазон измерения расстояния от 3 сантиметров до 40 метров. Так выглядит сам дальномер. Он очень компактный. Стильный такой вот металлический корпус, похожий как будто на флешку или MP3 плеер. Раньше такие были плееры. По габаритам: длину 86 мм, в ширину 22,4 мм, в толщину 11,1 мм. Лазерный излучатель и лазерный приемник. То есть он принимает просто отраженный сигнал и таким образом измеряет расстояние. Сбоку здесь микро-USB вход для зарядки. Здесь экранчик и кнопка включения. Здесь отверстие под ремешок. Это пленка защитная. Так, попробуем нажать на кнопку. Видим, что загорелся экран. Здесь отображается уровень заряда и режим измерения. Два режима измерения длины. То есть он измеряет длину либо от края корпуса, либо от основания корпуса. Лазерная отметка. Если долго нажать на кнопку, то меняется режим измерения. Сейчас указан режим измерения от края корпуса. Допустим, хотим измерить расстояние от края корпуса до коробки. Вот, видим, что показания совпадают. 106 мм. 10,5 см, в общем. Если переключить на режим измерения от основания, то он добавляет еще 9 см. Вот, померил до края комнаты 4,5 метров. Вот такой вот отличный измеритель расстояния. В домашнем использовании, конечно же, пригодится. Ссылка для заказа данного измерителя в расстоянии будет в описании к видео. Я рекомендую покупать модель LS-P. Она отличается еще наличием дополнительной кнопки сбоку. Будьте внимательны. Второй товар — это лазерный уровень от Xiaomi. Характеристики указаны сзади. Открываем коробку. Смотрим, что внутри. Во-первых, это инструкция. AK311 модель. Инструкция полностью на китайском. Основные технические характеристики. Диапазон работы 10 метров в зависимости от условия использования. Интенсивность освещенности 630-650, меньше 1 мВт. Расстояние 10 метров лазера. Погрешность плюс-минус 5 мм на метр. Диапазон выравнивания плюс-минус 4 градуса. То есть он самовыравнивается при угле наклона не больше 4 градусов. Оптимальная рабочая температура от 0 до 40 градусов по Цельсию. Для питания используются две батарейки типа 3А. В описании продавца указано, что в комплект не входят батарейки, однако он все равно их положил. Теперь смотрим на сам лазерный уровень. Так он выглядит. В комплект идет вот такой вот штатив. Габариты его очень небольшие. 64,8 мм. 55,1 мм, высоту 71,5 мм. Вверху здесь кнопка включения. Тут, собственно, сам лазер с выравнивающейся системой. Сбоку переключатель режима работы. Снизу крепление для штатива. Так вот накручивается, и можно в удобном положении его зафиксировать. Штатив пластиковый. Так, давайте попробуем включить его. Включаем. Два перпендикулярных луча лазера. Довольно ярко светится. На стене видно хорошо. Сейчас просто сильное освещение на столе.
Так, это первый режим, то есть он стабильно держит 90 градусов. Второй режим, это режим самовыравнивания. Переключаем. Так, видим, что загорелся зеленый цвет кнопки. Это говорит о том, что перекос меньше 4 градусов и лазерный уровень успешно выровнялся по горизонтали и по вертикали. То есть сейчас это луч выровненный уже стоит. Если же наклон больше 4 градусов, например, такой индикатор будет моргать красным, это говорит о том, что режим выравнивания он не вышел. Как только угол наклона меньше 4 градусов, он стабильно выдает по уровню горизонталь и вертикаль. Например, нужно повесить модульную картину. В этом поможет уровень. Вот так он светит. Установлена дверца шкафа. Видим, что горит зеленая лампочка. Значит, берем и отмечаем центральную точку. Вот здесь для самореза, чтобы прикрепить картину. Берем карандашом, отмечаем центральную точку. Вот нарисовали. Далее с помощью лазерного дальномера измеряем расстояние примерно между точками крепления. Это ширина картины. 68 пополам 34 плюс зазор 2 сантиметра между картинами, получается 34 плюс 2 36. Значит, надо на расстоянии 36 сантиметров с двух сторон отметить две точки. А дальномер. И отмечаем 36 сантиметров. Отметили центральную точку и по 36 сантиметров в левую сторону и в правую сторону. И все, и закручиваем саморезы. А надевается легко. Вот как-то так выровнено. По горизонтали сначала выравниваем. Потом по вертикали каждую картину. Вот примерно так с помощью уровня повесил картину модульную. Вот такой вот отличный лазерный уровень. Радует, во-первых, маленькие габариты, наличие штатива в комплекте, а также совсем небольшая стоимость, около 1500 рублей. Для лазерного уровня это совсем немного. В домашнем использовании очень полезная вещь. Такой вот получился обзор. Ссылка для заказа данных товаров будет в описании к видео. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Пока.